Построить дом, родить ребенка и посадить дерево – известное каждому слагаемое семейного счастья. Считается, что именно дерево символизирует благополучие, любовь и верность. Проект «Парк семейных деревьев» инициирован Белорусским республиканским союзом молодежи. В его рамках в каждом регионе Беларуси создаются парки, аллеи и скверы семейных деревьев. Каждый желающий в честь брака, рождения ребенка или других семейных событий может посадить свое личное дерево и дополнить им зеленую зону родного города. Семья Чайчиц появилась несколько дней назад. А на предложение поучаствовать в акции молодожены откликнулись сразу же. Буквально в субботу мы создали семью, семья Чайчиц. Да. Вот, решили участвовать в акции. Сразу начали выполнять план, необходимый молодой семье. Да, посадить дерево. Начинаем с дерева. Брестская городская организация БРСМ не впервые выступает инициатором экологических проектов, направленных на укрепление института семьи и традиционных семейных ценностей. Закладка новой аллеи семейных деревьев не стала исключением. Каждая семья, принявшая участие в акции, получила фамильный сертификат, на котором обозначена геолокация посадки семейного дерева. Мы решили выдать каждой семье сертификат именно о посадке, о данном мероприятии с указанием именно координатов своего дерева, чтобы они могли, понятно, что они будут знать о том, где они посадили это дерево, но чтобы могли они еще и своим потомкам, допустим, передать, и они по координатам легко узнают, где посажено их родителями, их бабушками, их дедушками семейное дерево. Всего во время акции посадили 15 молодых деревьев. И на этом организаторы останавливаться не собираются. До конца текущего года планируют провести еще одну подобную акцию.